Уже успели услышать и сравнить звучание двух малых колоколин. Ну и я вдогонку к тому диалогу, который вы услышали в исполнении наших звонарей, хочу сказать, что слева от вас колокольня малая – это колокольня, на которой находятся колокола нового литья. А справа – это уникальная колокольня, на которой колокола 17-го, 18-го, 19-го веков. И самому старшему колоколу около 300 лет. Представляете, сколько поколений слышали звоны этих колоколов. Ну и если вообще говорить о колоколах, надо обязательно сказать, что колокол сопровождает человека по всей жизни, во всех событиях, и в печальных, и в радостных. И для свадебного торжества, например, написан такой звон, который называется «Свадебный». Свадебный звон исполняет звонарь Ярославского государственного музея-заповедника Андрей Федорычев. Андрей Федорович.